что у него из ветки прокачки спеллов? Как это посмотреть? Loadout, guides... Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Что так много, бабки да? В шапку, бабки в шапку, внеси свой вклад в дело спасения бездомных поросят. Nice Ball of Spirit, теперь nice обезьяны будет. Обезьяна. Ага, спасибо, что ты много кидаешь, Джаскоя, спасибо большое. Как посмотреть, ну типа, а, во, вот так, да? Мана регена, так, спид, 90 голды в минуту, 65 урона, вот cooldown reduction, в принципе, тоже ничего. И 20% 2 секунды баша. Не знаю, посмотрим. Короче, типа транкерри или не транкерри. А, это предикт. Бля, вот нам нечем заниматься, наверное. И ставить кого-то на лайны. Ой, сейчас тоже имба, согласен, на лиджи бошит смол, мол, 19 минуте просто неубиваемый. Найс, нарисовали тут фантомку. Найс. Найс, варды. На фантом. Ну, на темпарке, в смысле. Че-то ору. Пиздец. Да, было, в принципе, все грамотно. Да, давайте в меня их воткнем, что ли. Это же русский паблик. Боже, как будто я, знаете, вот кто играл в этот черепашки-ниндзя, которые... Да, так, Ctrl. Дайте вардец в центре, пожалуйста. Спасибо. Ладно, привыкайте, как и я тоже ни хера еще не понимаю. Тут столько вообще всего. Я хочу почекать, чё и как. Я хочу почекать. Я в инвизе, да, получается? Нет, ну просто... А где второй спот? А давай попробуем. Беспалевный Monkey King, парни. Беспалевный. Monkey King. Здорово. Кек. Бля, голый Monkey King, или чё с ним? Пошёл нахуй! Ой-ой-ой-ой. Что? Что ли, как вы победили нахуй, когда ты не проём-то? А чё уже 0-2 как бы счёт? Я ещё даже играть не начал. Ну типа потому что красиво вчетвером пацан с вардара подходить умеет. Чё, есть сентри? Там я тоже... Бонусный урон есть? Нет, баш только. Он поставил куда-то все. Я сломал, интересно, или нет? Лёшу с ибалом. А мы можем как-то его помять? Надо, наверное, вином какой-нибудь. Или топор. Надо будет тоже фонтаном этим попользоваться. Так непривычно еще, вот реально. 0-6 идем, парни, тем временем. Держу в курсе. Да ты что за дерьмо? Я вроде у деревьев стоял. Когда-то. Вот здесь вроде дерево было, а потом его срубили. Monkey King. Ладно. Ну можем, можем его убить. Йон. Ну все, началось утро в деревне. Да. Монкикингем.
закрыли счет. Нормально. Разбавили. Чисто соляра. Ну, блядь. Что я сделал не так? Парни, ну тут сейчас будет чел с саблей, я не знаю, и мы потом вообще никак не выиграем игру, по-моему. Ну так, чисто субъективное мнение мое. В принципе, я могу застанить. Погоди, я выйду. Он подает саверу. А. Провагу. Провагу. Леон. Почему так не больно? Потому что у него ничего нет. Здесь в центре. Рубик Леон. Меня... мне больно. Понял. Ладно, пока похилимся. Ты жаден. Да-да, я. Тут я новый спот еще будет. А, так тут еще есть! Ау... Бля, даже не знал. Чувак, идешься. Где? Тебя встает на обезьянку? Ну ты интересно, чё. Блять, это шопот. Обезьянки ему нравятся. Слушай. Он что-то с атакой повышенный. Почему мы не можем убить даже одного ебаного? Потому что всегда приходит стрелять героя. Ладно. А, Рубик с блинком на три... Ну, а все руны баунти у меня забирал, я типа даже ничего не делал. Ну, как бы я забыл, что они существуют. Он здесь забирал, вот здесь забирал. Я хил через три дам. Три секунды. Две. Понял. Что-то сделаем? Нет. Нет! О, все, там на дизморабе челик. Стол. А, я мог талант, да, качу на 50. У нас голды на 15-м 50. Свардар блинк, Рубик блинк, найс, видите, парни. Я не знаю, как выжить вообще здесь, если честно. У вас есть шансы выжить? Я пушу топ, вот шансы. Вы не хотите там подраться? С моей ультой? Нет? Ладно. Наверное, нет, ладно, не надо так. Идите. Были бы смолки. Чё-то нет смолков. А чё Monkey King? У него сабли... А, он ко мне, да, ты прошнулся? Да, он ко мне тут. У меня 8 секунд тут. 5 секунд. Нахуя они не, не хотим? Может. Ну, наверное, нет, у нас антимага не будет. Ну догони мы, но осталось ну, тысяча. Можем гибрид сломать тавер, мне. Не-не-не, пока что ничего не ломаем. Пока что дайте мне гоним дофармить. Пусть антимаг тоже счет делает. Убейте Свардара. Помогите ему. Антимаг нам нужен. Вверху.
Изи! Мы тавер не пушим. Вы заебали, я гони мой рюкзак, я вас сейчас на кол всех посажу. Суки тупые, спасибо. Нет, мы смог не жмем, не жмем. Дайте мне понаставить деревьев, потом все нажмем. Плюсов нет в игре больше, давно. Давно, вчера. Вот, вот, вот. Вот это надо. Это надо. У меня есть там. Короче, я заезжаю. Я их всех это. Давай, давай. Ну идите, подходи, антимаг, там нужен. Подлети. Ну уходи, ну алло. Они все пол хп. Сейчас я убью Манки Кинга, значит. Может убьем Рошана? Бери, бери. Переложи в этот. Не ты понял. Все, дайте мне чуть-чуть времени, я понаставлю. Наставил всякого дерьма. Да, да, да. Нужен 25-й. Или как минимум 20-й. Че 20-й дает? А, вот cooldown reduction. Но это не то. Просто фармлю героев. На 3к денег, если что. Да что это за дерьмо, а не патч? Ну, кто его мог придумать? Короче, рассказываю true story. У меня теперь нет сапога. Я не знаю, почему залочился предмет. Я не знаю, да, не спрашивайте. Он просто... Я покупаю себе Soul Booster, у меня собираются арканы и лочится предмет. Ну, я, который я купил. Здорово! Опа, у меня ульт забрал. Но они коцаные. Причем нормально так. Там ебало не сильно покосит, если мы туда придем. Но вы не хотите сами туда идти? Это еще. Я что-то потратил. Убейте Манки Кинга, пожалуйста. Он с гемом, он с гемом. Убейте его. Все, корабль, все в Манки Кинга. Даже форс не нажать. Вольно. Еги скончился. Но нам не страшен серый волк. Да хоть кого-то. У него нету мана. У Леона. Да убей его. А где темпларка? Леона гем. А там форстав, да, где ты не догонишь аниме. Вечно у тебя проблема. Леона, 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 развернись, развернись, салон. Так он его видно. Давай, давай, я тут, я тут. Кудах, так, 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 так. Кудах, так, так. Гемчик, пожалуйста. Спасибо. И на базу его. Еще спот. Почему я лочится сапог, лочится, блять, бустер? Блять, пиздец.
Вы понимаете, что я сейчас с Октариной, и у меня ультка дэшится 42 секунды. Там есть какой-то смысл. Да, еще и МС у меня с сапогом. Сколько где МС-то? 462, вон. Хотел сказать, они в рушпите гол на бот, и тут я понял. Они все в нашем что-то пошло не так. Уйди из бота, ну да. Я пока варжу, тут где варжу. А инвиз фейтайм все равно такой же, здесь он не работает с Октарином. Ну что, проверочный ульт дать? Да, проверочный ультимативный, так просто пофармить. Получил 1500 денег, здорово. Узко. И минус пол ебало у Леона. Да там у всех почти пол ебало. Урубика гоним. Но он если меня сворует, будет меч пьет. У меня 20 секунд КД. Можно, в принципе, в рушпите подраться через 20. Пойду баунти пособираю. Ну пиздец, дойти 3. Я даже не понимаю, где споты вообще, крипов, если что еще. Да это Monkey King стоит, парни, чё вы тупите? Где? Ну, Аегис, он уже может с него превращаться. Но пол на три? Я не знал. Да, он может, да, если в рушпите стоишь. Я типа знал, что он может во всём, но кроме... Короче, я Султана фармил еще где-то 1000 денег только что. А чё, мы не можем сломать чуть-чуть поебот? А чё у нас стоит? Чё мы не можем сломать? Т2 надо вот это сломать. Если Т2 падает, сломаем поебот. Понял. Ну пойдем, это халявные бабки тогда. Бля, у меня ульт откатывается быстрее, чем появляются крипы. Что за говно? У меня Мидас имеет кулдаун 60 секунд. Здорово. Привет. Ща, я поставлю веточку сюда, подождите минутку. Ща, веточка будет. О, Monkey King, парни. Встанем. Вот я говорю. Считай, его с дерева скидываешь, по гега. Это полный пиздец. Это типа миллион лет там ему в лицо. Я до базы, короче, рефрешнусь, наверное. А, хотя вам не нужен нормальный. Алло, давай ломать, давай ломать, мы заигрываем, все. Не надо, конца гейминг, блядь, нахуй надо. Просто да все, да мы тут уже никак не проиграем. Они ставят в ульте, у них ни одного вот, итема на додж. Ну, спасибо, ты долбоёбы. Типа, ну да. А есть мана какая-то у кого-нибудь? Я могу гонять купить, типа. Понял, да ладно, все, все. Ладно, я короче. Погоди еще. Ну идите, ломайте еще это. Пофармить полетел. И рефрешность, наверное, к вам прилечу. Я все споты, по-моему, зафармил на карте, если честно. Тут еще аркана руна, боже, у меня вообще там будет. Ладно, давай. Парни, фарм номер 2. Ну-ка, уйди от крипов. Ты не успеешь забрать. Ай-яй-яй-яй. О, еще плюс 700 где-то. Или 500. Это еще Медаса не нажал второй раз. КД рефрешера 110 секунд, 118. Бля, это такая имба вообще. Акторин за сета. Крипса 300. Альт зажимаешь. Я что ты хочешь там от меня? Ой, как они играют, слаженно. Парня, есть помощь? Помощники у меня есть? Ой, спасибо. 10 секунд ультану. 10 секунд. 5. Сейчас будет, дерись. Бля, недалеко что-то. Не успею. Ой-ой-ой. А где я? Это нормально было, что там все потерял? Сюда. Да, это... Второй раз потерял. Хороший герой. Привет. Гема опять, да? Только вот, блять, что за поколение, пиздец, столько членов. Твари. Блять, я там понимаю, что ты бабой бы членов думал, блять, но ты же мужик.
одни члены в голове сидят. Я понимаю, что тебе их насильственно пихали в голову, ну типа на вот члены, блядь, смотри, чуваки, нахуй, блядь, забегают, особенно на стриме Глеба. Да в смысле? Чё ты сразу на меня там начинаешь? Пиздек. На стриме Глеба там фанат Патича есть, челик такой, ну да. Я с ним в автобусе ехал полгода, ну не полгода, месяц назад. Встретились в автобусе. No homo. Тут как бы девардит. No homo, да, да. Да, no homo, конечно, да, да. Ну считай, почти Ух ты! Мне не хватает чуть-чуть. 4 секунды, 2 ульта. Я все слышал. Я делаю грязь, тут ребят. У меня проблемы. Я делаю грязь, ребят. Проблемы. Дайте жить, жить мне! Что я вторую молоко отдал. Дай ему рэмпэдж, дай ему, дай, заслужил. Ясно. Просто удаление из жизни. Изи! Да, рэмпэдж не дали. Чё-то пиздос. У меня нетворса. Вы видите, сколько нетворса у трента? Не, ну это вообще капец, конечно.